прямо, да, спасибо большое. Я тоже одному себе сказал, что перчатка нравится. Кремлевские сферы, то есть международные и полномочные сферы. А сегодня ты слушаешь, что я проститутка, которая снимается, значит, в церкви. Понятно, что я вчера сказала, а то, значит, что они пытаются, чем они пытаются оскорблять в церкви. Вы знаете, мы разберем вопрос не по антисемитизму, а по антирусизму. Вот так будем называть вещи своими именами. Понятно? Сегодняшний день ключевой в моей жизни однозначно. Я такой очень пацифистский сюда приехала, достаточно автоматично. А теперь я буду разбираться.